Синудер. Сила и последствия совершенных деяний в этот день приумножится в 100 раз. День благоприятен для людей, родившихся в год тигра, кролика, обезьяны и курицы. В этот день задуманные дела будут получаться легко. Хорошо в этот день освещать статуи и изображения Будд, Бодхисаттв, Сахиусанов, почитать три драгоценности, составлять договор, брать обещания, проводить обряд Жаптуй, переправляться через реку, встретиться с любимым человеком, повышать физическую нагрузку и заказывать саган шухарте. Неблагоприятен день для людей, родившихся в год коровы, дракона, овцы и собаки. В этот день не стоит приводить невестку, отдавать дочь невесты, а также кроить одежду и создавать эскизы одежды. Стрижка волос – к удлинению жизни. Отправляться в дорогу – к приумножению материального богатства. Абсолютно безопасные, стоит меньше гипсокартона, оперативные установки надежные в эксплуатации. И, наконец, они просто красивые. Натяжные потолки, линия неба. 11 лет вместе с нами. У каждого свой потолок. У меня линия неба.